Всем привет! WorldCar вас приветствует! Спасибо, что вы посетили наше видео, и давайте вместе с вами посмотрим, что же мы покупаем для наших клиентов. Nissan Leaf. Первый автомобиль, очень частый гость на аукционах, частый гость в наших списках покупок. Кстати, обращаю ваше внимание, что, возможно, скоро вернут пошлины, поэтому кто хотел, но еще не купил Nissan Leaf, самое время сделать это. В данном случае торгуем в кузове AZ0, 93 тысячи километров пробег, очень хорошее состояние у автомобиля, много делений, там район 10 или 11. Этот автомобиль мы забрали на ниссановском аукционе за 509 тысяч иен. Он уже пришел в Россию, мы уже его подготовили и отправили клиенту в транспортную компанию. Старт-цена от 300 тысяч рублей на аукционах. Второй автомобиль не менее интересный, торговали на аукционе USS, это Toyota Prius. Черный, красивый, дорогой цвет, 104 тысячи километров пробег. Хорошее очень состояние у Приуса. У нас сейчас есть как раз задача купить Prius. В данном случае мы этот вариант не купили, он ушел чуть-чуть дороже, был продан на аукционе USS ногой за 1 миллион 45 тысяч йен. Друзья, вот такие были торги. Спасибо, что вы с нами остаетесь, поддерживайте нас. Пожалуйста, кто еще не подписан, подписывайтесь обязательно и ставьте лайки. Всем пока!